Хорошо, давай. Сегодня день сбывания мечт. Угу. В общем, наконец-то я буду макать киндер-шоколад в нутеллу. Я давно так хотел, я прям очень-очень хотел. Вот. С ребятами сегодня продолжим. Нароемся. Да, в общем, хорошо, да, бутылочка красивая. Вот это вообще не знаю, что это такое. Это букет настоящего мужчины. А, конфеты. Местные, наверное, это да. Так. Ну и Виктория тут что-то тут приготовила. Ух ты, ух ты, ух ты. Даже бумагу не щадишь. Нет, бумагу не щадишь. Не любишь открывать медленно подарки? Нет. Опа, опа. Так, подождите, теперь как-то ну там надо... скотч по бокам отрывать. Там не сложно. Ой, Лянь, так оно красивую коробку мне сейчас испортим. Не испорти, там фольга, снимай. Нет, не да так. Снимай. Ого, круто, наконец-то прибыло. Полный набор. Теперь все, как начну так, снимать видео. Так, а что это такое, Вовчик? Это стедикам. Я так хотел, и теперь у меня есть, спасибо, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Так, давай покажем, у тебя тут комната красивая. Ух ты, как у тебя тут красиво. Вот. Это все в нагрузку? Какая бутылка. Да. О, класс. Вот. Так, а это что у нас такое? А это палочка. Как же, у нас же теперь два телефона, правильно? Ну да. Селфи. Какая-то угу. Намаханная. Угу. А ну открывай. Селфи-палка. Ух ты. Ух ты. Классная. О, это как ты хотел вот это. Да. Да, вообще, Вовчик. Да, надо только разобраться. Круто. Это? Так, а торт? Торт у нас есть красивый, да, еще? Ух ты, какой у нас торт. Торт вообще расти жопа. Расти ждёта. Ну все, пойду на рыбалку. Точнее, на фотоохоту. А как, подожди. Вот была фотоохота, у меня фоторыбалка тогда будет. Класс.